Всем привет, друзья! Продолжаем прохождение модификации Водопсы. Ну и сейчас мы отправляемся на охоту на этого болотного медведя. Где-то он сидит здесь, в этих кустах. Пока, по-моему, тут только плоти видны, или... И кровососы еще, да? Так, а где же наш Мишка? Мы вообще можем кинуть гранату наобум куда-то. Куда-то. Да даже вот сюда. Просто в кусты. Ага. Так, хорошо. Но где медведь? Неплохо тут граната сработала. Ха. Вот он, похоже. Ё-моё. Ну, не такой и страшный. И ужасный. Что тут у него? Лапа болотного медведя. Твою мать, да что же ты так воняешь? Как будто машина рыбы протухла. Нужно хорошенько завернуть эту лапу, а то сам буду смердеть на всю зону. Фух. Ну и отдаем эту лапу клоуну. Здорово, клоун. Ну что, я поохотился, мать его. Привет, Алекс, что такое? Ты если не смог убить медведя, не страшно? Да убил я этого медведя, хотя на медведя он похож, как я на балерину. Ты же не сказал, что эта тварина еще и воняет, как тухлая рыба. Нет, куча тухлой рыбы. Алекс, а ты что думал? Мутант, живущий на болоте, будет духами пахнуть, что ли? Ничего, отмоешься. Вот, держи, отличный охотничий ствол, особенно для здешних мест. Ладно, хватит ржать, как конь. Вот твоя лапа, забирай, пока я окончательно не провонял. За ствол спасибо, конечно. Так, ага, ремингтон дает. Картечь в придачу и еще выстрел в ок. Ладно, а нам тем временем там прислал сообщение. Некий сват, Алекс, так кажется тебя звать, пообщаться бы. Надо, я у стойки в баре, бухаю. Сейчас пойдем пообщаемся. Так, вот он. Этот ствол. Ну, протестируем. Пока так ничего сказать не могу, что лучше, что хуже. Потому как знаю, что наш спас просто вообще валит всех на повал. Сват, ну, здорово, сталкер, как оно? Да вот как-то так, ну и хорошо, бывай. Здорово, ты один здесь? Значит, ты и есть сват? Здорово, да... Это ты, Алекс. Я тебе смс-ку отправлял. О, да ты что-то совсем не трезв. Как еще смог сообщение отправить? Ха, чего хотел-то? Сой пью. Ни чужие не надо. Просьба есть к тебе, браток. Выручай. Я тут у ветра спросил, кто поможет мне. Может, он посоветовал тебя. Выручай. Чего надо? Ты внятно можешь сказать? Или, может, подождем, когда ты в норме будешь? Алекс, брат, я в себя не могу никак прийти, не верю, что же еще. Ха. Тут такое дело, я нашел один дорогой арт, ну и решил обмыть это дело прямо так, там, где и нашел. Тем более это было недалеко от базы. Короче, переборщил я с обмывкой, вырубило меня. Очухался, темно, еле сообразил, где я. Пока соображал, чутка поправился. Слышу, вроде кто-то идет. Притаился и, мать его, увидел того, кто это был. Кровосос, зараза, он в метре от меня прошел. Как не учуял, не знаю. Может, запах спирта меня спас. Короче, я на четвереньках, по-тихому, пятясь назад, отполз как можно дальше и бежать. Все бы ничего, но я с испугу рюкзак с артом там забыл. Идти туда, скажу честно, боюсь. Нет, ты не подумай, я не трус, но кровососы во мне вызывают какой-то животный страх.
Я тебе место отмечу. Тут и правда рядом. Сходи, будь другом, а? Мне тот арт позарез нужен. Я тебе за него другой дам. Модифицированный. И деньжат. У меня имеются. Артефакт в рюкзаке. Ты арт забери, рюкзак старый, брось его там. Я так и быть схожу туда. Ты, сват, подзавязывай с водярой, иначе зона в другой раз тебя не отпустит. Пьянка до добра не доводит. Ладно. Да, это действительно тут совсем рядом. Ну вот, подхожу я уже к месту, где должен быть этот рюкзак. Наблюдаю здесь пока только зомби. Кстати, по пути уже опробовал этот ремингтон. Хочу сказать, что по сравнению с нашим спасом-охотником, хрень еще та. Так что, думаю, мы это продадим. Дело и все. И забудем! Ничего себе это... Что за чупакабры? Прибежали. Спокойно. Ребята. Ё-моё. Еще и паук. Стой, 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 стой. Стойте, стойте, погодите. Через трубу эту они вроде не пролазят. Блин, сколько вас тут? Мне страшно представить, если бы я заходил с другой стороны, как бы с ними пришлось справляться. Ё-моё. А где же кровососы? Что-то их не видно. Это, в принципе, и хорошо, что их нет. Все? Вроде успокоились. Где рюкзак нужный? Так, кто это такие? Пока непонятно. Но конечности паука мы сейчас срежем. Тихо, тихо. Остановить людишек? Это, конечно, затея хорошая. Но я ее не поддерживаю. Лапа кикиморы. Ничего себе. Ну, вроде всех осмотрел. Там, может, еще снизу кто остался? Ага, вот, походу, и кровососы. Сейчас прибегут. А где рюкзак? Должен же быть где-то в этом месте. Или он спрятался под горами этих трупов? Надо поискать. Нашел я этот рюкзак. Вот он в кустах. Здесь рядом. И артефакт кольцо мы находим. Так, после этого появляется как раз-таки кровосос. Ну давай, иди сюда. Иди сюда. Все, готов. Да, все понимаю. А я хочу забрать с кровососа щупальца просто. Что, неужели и вас придется тоже? Ну ладно, улетайте. Так, кто-то там... Что, еще один, что ли? Или вообще это звуки библиотекаря? Не будем проверять. Пойдем уже обратно на базу. Ну? Что, все бухаешь? Алекс вернулся. Нет, после твоего ухода только чай пил. Вот тебе крест. Ладно, ладно, верю. Встретил я там твоего друга. Сердито оказался, пришлось успокоить. Кровососа? Вот мать его, в грядушку. Сам-то как, цел? Я уже про арт боюсь спросить. Нашел ты его? И я цел, и арт твой достал. Вот он, держи. И да, совет. Не бухай, где попало. Хе. 3000 получаем и огненную пустышку.
И вот сообщение от демона. Алекс, я собрал информацию по документам, зайди как только сможешь. Хорошо. Сейчас, я думаю, тут переночевать на базе. Закупиться чаем. И надо бы продать, допустим, даже вот этому торговцу некоторые части тел мутантов. Правда, кое-что он не берет. Ну ладно. А вот она, огненная пустышка. Выносливость плюс 33. О, отлично. Супер. Ладно, в общем, я тут посплю и отправляюсь к демону. Он, по идее, должен быть по-прежнему на южном хуторе. Да, демон по-прежнему сидит на своем прежнем месте, и давайте с ним поговорим. Здорово, демон. Получил от тебя СМС. Есть новости? Здорово, Алекс. Да, я собрал инфу о том, где могут остаться документы ренегатов. Я тебя внимательно слушаю. Значит так, старое ТП, там прогляди все закутки, должны быть припрятаны. Понял тебя, демон. Еще где нужно пошукать? Еще проверь северный хутор, а ТТП, на него дорога есть. Там будь аккуратнее, можешь на наемников нарваться. Как все добудешь, зайди ко мне, я хоть буду знать, что ты жив. Спасибо, демон, за инфу, зайду к тебе обязательно. Ладно, пойду проверю эти базы. Ну, пойдем поищем. На ТП, ну, точнее, бывшем механизаторском дворе, документы спрятаны довольно неплохо. Вот в этом здании можно пролезть здесь к этим ящикам поближе, и вот рюкзак. Документы находились на болотах, на старой базе ренегатов. Забираем, и у нас... 5 человек появляется. Канал Чистого Неба. Внимание, на болотах появился БДР наемников. Быть всем осторожными. Ничего себе. Но здесь у нас бандиты сейчас. Ну-ка, мужики. Сейчас мы вас немного. И вы меня тоже. Но я постараюсь вас больше. Тише ты. Готов и последний. Ну уже, ну куда ты? Вот, блин, сейчас добьет. Ну куда ты? Блин, ну негодяй, иди сюда. Не хочется аптечку использовать, потому что это время надо. Я понял, понял, но... Ну давай, иди сюда. Ну! Неужели? Все, отлично, используем аптечку. Сейчас проверим этих бандитов. И нужно будет отправляться на следующее место. Что у вас тут есть полезного? В принципе, ничего. Вообще ничего. Калаши. Калаши. Не будем мы ничего брать с этих бандитов. Ничего у них интересного нет, судя по всему. Да. Ладно, отправляемся тогда на северный хутор. Судя по сообщению, которое недавно пришло, там должен быть БТР. Это, конечно, меня не очень радует, потому что у меня особо-то... А, нет, погодите, у меня есть 4 выстрела в ВОК, есть одна граната. В принципе, если не получится уничтожить БТР ножом, то мы все же сможем его взорвать. По идее. Но сейчас посмотрим. Так, тут еще и артефакт, он, я вижу, лежит. Кристалл. Это хорошо, но надо с катафеями... Также разобраться спокойно. Тут вы меня достать не должны. Сейчас мы их... Так, мужик к нам идет. Нехороший. Ух ты. Ствол уже заклинило.
Мужик тоже уже готов. Ух ты, какие быстрые. Все? Блин. Ну почти. Артефакт же надо забрать все же. Все, готово. Есть. Ну, теперь можно? Вроде можно. Да, неплохо шиндарахнуло, но что там у него за характеристики? Выносливость минус 18, ну все. Можно сказать, он уже практически в руках у какого-то торговца. Ладно. Продолжаем двигаться в сторону северного хутора. Да и попить немного. Ой-ой-ой. Ну и где эти наемники? Ага, вот вижу, в контактах уже трое появилось. Погоди, мужик, а чё ты по мне не стреляешь? Может, с вами договориться можно? Стой. Я понял, ты просто ждал того же, чего и я. Что может быть... Он развернется. Я понял. Понятно. Тогда мы его сейчас сразу... Ё-моё. Я думал, что одного выстрела с арбалета будет ему достаточно. Похоже, что нет. А нет, смотрите. Погиб. Спустя некоторое время. Там он еще один стоит. Ну-ка, может, так же получится. Ха-ха-ха-ха. Отлично. Понял. Ладно, лучше уже не стоять на открытом месте, а пойти в сторону этих домов. Тут все же хоть какие-то укрытия есть. Понял тебя, мужик. Хорошо понял. Спокойно. Заныкаемся пока здесь. Ну где вы там? Ладно, не будем ныкаться. Сразу... В наступление. Вижу тебя. Есть один. Есть второй. Так. Спокойно. Минус два. Добиваем. Ну, иди сюда. Иди сюда. Ух ты. Пять человек. Еще осталось. 4. Ну где ты? Он же, блин. Надо сохраниться, уже неплохо так. Мы их выкосили. Нет, по-прежнему 5 человек. Ладно, мужики. Я вас понял. Ух ты, блин. Ну ничего. Ну ничего. Ну что, добил? Нет? Меня сейчас зато чуть не добили. За дерево хотя бы спрятаться. Или еще куда? Где патроны? Что, я уже успел столько расстрелять? Вот это да. Ладно, пока используем аптечку. Потому что такими темпами, чувствую, тут можно легко загнуться. Все. Назад. На эту точку. Ух ты, ребята, ну вы прям меня радуете. Друг друга решили пострелять. В кусты ушел. Зараза, ну... Мы тогда, может быть, дома? А нет, он уже идет к нам. Есть. Ну что, все? Вроде все. Нет, еще один остался. А вот и БТР. Так, ладно, хорошо.
БТР. Ага, давай. БТР это, конечно, не очень здорово. Мы можем все же попробовать взорвать его с помощью ножа. Вдруг и получится. Как-то бы только к нему подобраться. Спокойно. Не! Вот черт, а чтоб тебя, долбанный БТР. Нет, тут такой номер не пройдет. Хорошо. Давай тогда сюда гранату. Да хорош стрелять. Ух ты, а вот этот номер прошел. Поговорить с демоном задание у нас обновилось. Надо перебинтоваться. Отлично. Ага. Хорошо. Ну, теперь, в принципе, осталось только найти документы и попутно обыскать всех наемников, потому что, думаю, у них может чего-нибудь быть. Вот, допустим, бенгальский огонь сразу нашли. Отлично. Вообще просто здорово. Сразу на пояс. И пойду проверю всех остальных. У наемников, в принципе, больше ничего такого полезного не нашел. Так, патроны, энергетики были. Да и, в общем-то, все, сникерсы еще. Ну и вот на одном из чердаков нашел какой-то рюкзак. Предполагаю, что именно это тот, который нам и нужен. Да, вот они документы. Все. Можно возвращаться к принцу, но сначала надо зайти к демону. Он же просил. Чего хорошего? Так ведь нету. Демон, привет. Вот зашел показаться, что жив. Документы отыскал. Пойду к принцу, он уже, наверное, заждался. Привет, Алекс. Ну и хорошо, что все отыскал. Принцу привет от меня. Может, когда свидимся с ним. Давай, парень, заходи, если что. Спасибо, демон, тебе за помощь. Ну, пойду, может, и зайду когда. А, чуть не забыл, на северном хуторе БТР у наймов был. Я его того, ликвидировал. Ха. А вот это хорошая новость. Нам тут ихние БТР совсем не нужны. Ну, за это с меня причитается. Вот, держи. Спасибо, демон, тебе еще раз. Эта штука мне точно пригодится. 2000 натовские патроны. АК-74М Custom и... Чего это? Чего это? Вот такой АК. И для него прицел. Ага. Ну, отлично. Отлично. Ну что же. И вернулся я обратно на Затон к принцу. Здорово, принц. Ну вот я и вернулся. Путешествие было впечатляющее. Демон, привет, передает тебе. Привет, Алекс. Рад видеть тебя живым и здоровым. Ну что, не жалеешь, что согласился на меня поработать? Удалось чего отыскать? Жалею? Да ты что, это было что-то. Болото поразили своей красотой, а какая симпатичная у Коперника дочка. Коперник лидер чистого неба. Скажешь тоже, жалею. Алекс, ты сейчас удивишься, но я скажу, что ты весь в своего отца. Чего рот разинул? Твой отец мой друг молодости, просто в один момент наши пути разошлись, я теперь тот, кто есть. Жизнь, она штука такая, непредсказуемая. Я сначала думал, что ошибся, у тебя на руке такая же родинка, как и у бати. Потом проверил инфу, за периметром есть свои люди. Оказалось, не ошибся. С отцом я не стал связываться, ты мальчик взрослый, сам знаешь, что делаешь. Вот такая история. Удивлен? Принц, не то слово. Отец говорил, что был у него дружок закадычный. И что пошел тот друг не по той дорожке. Вот ведь бывают повороты. Ну что же, буду знать, что есть у меня в зоне отчуждения влиятельный родственник. Смеется и жмет принцу руку. Спасибо, принц, себе за все. Пойду к боцману зайду. Поздороваюсь. Присылает нам сообщение Кардан. Алекс, зайди в гости, есть подарок для тебя. Получаем рецепт. Также получаем картечь, бандитский экзоскелет, электрический дикобраз и спас 12 охотник. Ого!
20 тысяч еще. Так, ну спас 12 охотник, у меня уже был до этого. А вот экзоскелет это, конечно, вещь. Хорошо. Электрический дикобраз. Радиация минус 6, выносливость плюс 91. Сразу на пояс. И что там за рецепт? Сейчас посмотрим. Рецепты. Титановый колобок. Угу. Стальной колобок бросается в аномалию карусель. Кстати. Кстати, а я же могу стальной колобок сварить, вроде бы. Да, у меня уже простой колобок есть. Где-то он тут, вот. Так что можно попробовать. Ну ладно, это позже. Сейчас нам надо зайти на Скадовск. Пообщаться с Карданом, да и вроде с Боцманом тоже. Ну вот, пришел я на Скадовск. Здесь, кроме как у Кардана, новых диалогов не появилось, поэтому давайте поговорим с ним. Здорово, Кардан, вот я и вернулся с болот. Привет, Алекс, рад видеть тебя живым и здоровым. Как там на болотах? На болотах-то? На болотах весело, море приключений. Да и с хорошими людьми познакомился. Не зря прогулялся туда. Когда с хорошими людьми знакомишься, это хорошо. У меня для тебя есть подарок. Помнишь про огнемет? Конечно помню, неужели собрал? А ты сомневался? Вот он, на-ка, держи эту хреновину, как тебе? Ух ты, впечатляет. Теперь только опробовать его осталось. Ну, так что, будем испытывать его? Да, конечно, я даже, наверное, знаю на ком. Что, кого-то нужно поджарить? Ха. Алекс, аккуратно, это же не игрушка. Есть тут один топтун, сталкеры жалуются, мешают жить спокойно. Кто это еще такой топтун? Где его найти? Алекс, топтун это псевдогигант, тварь огромная и сильная, только помни, его удары подбрасывают поблизости все, что не привинчено к бетону. Атакуй его с возвышений, но убедись, что они прочны. Он способен выдержать поразительное количество попаданий. Поселился этот индивид на старой заправке, думаю, знаешь где это. Вот на этой туше давай испытаем нашу пушку. Ну что же, пора познакомиться еще с одним жителем зоны. Ха. Это, конечно, здорово, но почему у тебя пропала возможность починки снаряжения? Самое интересное, что если не разговаривать с принцем, а вот сразу прибежать к Кардану, то есть я сейчас загрузил предыдущее сохранение, где у меня еще поход на болото, квест не сдан, то вот можно у него отремонтировать свои вещи. Допустим, я вот просто хотел проверить, что будет, если мы починим этот экзоскелет наемников, который я находил еще в самом начале игры. Хотел посмотреть, какие у него там показатели. 47 600, у меня такие деньги есть. Ну, посмотрим. Пулестойкость плюс 50, разрыв плюс 20. Да. Ну, не сказать, что... Конечно, показатели, параметры просто сногсшибательные, поэтому, в принципе, не думаю, что стоит так тратиться. Ибо тот экзоскелет бандитов, который нам сейчас выдаст принц, он стоит 50 тысяч, но продать мы его никому не можем, ибо таких денег ни у кого просто нет. Поэтому будем ходить в бандитском экзоскелете. Ну и вот я уже, кстати, тем временем... Пришел на эту заправку и сейчас протестируем огнемет. Вот он, псевдогигант, там сейчас с кабанами пытается разобраться. Но мы, наверное, все же вмешаемся. Хотя может туда гранату забросить. У меня одна, она всего одна, не будем ее тратить, давайте все же. Посмотрим, на что способен этот огнемет. Ну? Ё-моё, дружище, да ты реально здоровая зверюга. Но мы с тобой все же справились.
Так, как тебя обыскать? О, наконец-то. Рука птицы-гиганта. Всего 700 грамм весит. Что-то не верится. Ну ладно. Приветствую мастера. Алекс вернулся. Ну что, огнемет себя оправдал? Удалось поджарить тушу? Поджарить-то поджарил, но и сам напрыгался, как козел. Этот гад просто одолел по земле бить. Так, чтобы меня не валяло на землю, пришлось подпрыгивать. Наверное, со стороны это выглядело очень смешно. Ну, если огнемет работает нормально, вот тебе еще два баллона с горючей смесью. Да, самое главное, зайди к боссману, он хотел с тобой поговорить. Зайду обязательно, а тебе за игрушку огромное спасибо, руки у тебя золотые. Хорошо. Да, еще немного горючей смеси у нас есть. Отлично. Ну что же, надо идти к боцману, но давайте пока что прервемся. На этом эту серию будем завершать, так что всем большое спасибо за просмотр. С вами был Хьюг, всем удачи и пока. Бабай, заманала уже голодным бегать.